Белорусские аграрии приближаются к 5-миллионному рубежу по намолоту зерна. Осталось всего 10% площадей. На сегодня вес каравая 4 миллиона 869 тысяч тонн зерна. Самый высокий намолот у столичного региона 1 264 тысячи тонн. Самая быстрая Брестская область массовую уборку практически завершила. На ее счету 918 тысяч тонн. Вместе с Гродненским регионом у них и традиционно лучший показатель по урожайности. В среднем с гектара здесь собирают 29 центнеров. У Витебской и Могилевской областей более 600 тысяч тонн хлеба.